Ты фото уладил дело? Уладил, Алибей. Где он находится? Где он? У пролива. Сидит, книжку читает. Тефо, если с ним что-нибудь случится, ты расстроишься? С чего это? Мы охотимся за животным под угрозой исчезновения. Тебе будет жалко его? А вам? Там была лошадь. Ее сделал его сын. Дядя Мумтаз сказал, что его руки были похожи на мои. Так сказал дядя Мумтаз. Джан, не говори папе о том, где мы были, хорошо? Почему? Не будем расстраивать его. Он много работает. Жаль, что он не смог приехать с нами. Если скажешь, он расстроится. Камиль, ты спросил у него? Не могу дозвониться. И до Рамиза тоже. Пусть Шибнем готовится. Хорошо. Где Эзель? Он звонил. Сказал, что скоро подъедет. Камиль, ты сведешь меня с ума. Как я пойму, что ты подразумеваешь? Ты говоришь приготовить кофе, принести пиджак? Говоришь, что Эзель едет? Объясни, что это значит. Ладно, я молчу, молчу. Да что такое? Говори. Шибнем, звони. Позвонить? А, телефон. Камиль. Никто не говорит, но Эзель, по-моему, до сих пор любит Эйшан. Шебнем, займись делом. Я-то займусь, Камиль. А что будет делать Эзель, если после всего он до сих пор любит эту женщину? Какая-то мистика. Думаешь, он не передумает в последний момент? Эта женщина ядовитая. Бывают такие женщины. Они смотрят тебе в глаза, и ты в их власти. Если хочешь оторвать голову змее, не смотри ей в глаза. Иначе она погубит тебя.